Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в дуэль замков. Ну что, я перешел в новый дивизион, друзья мои, и у нас появился новый персонаж — вампир. Так, боевой пропуск, скоро мы получим награды. Ну что, давай в бой, проверим, лишь бы не было башенок. Остальное пока вроде бы мы все тянем. Ну что, выжидаем нашего противника. Медуза раз в 3 секунды еще там может делать. Не забывайте менять колоду под разные тактики. Но у меня пока, я как для себя считаю, что оптимальная тактика... Слушай, я... Блин, я, по-моему, паучков взял все. Нет, паучков у меня нет в команде. Блин! У противника есть башня. Ну все, ребят. Это трэш. Будет. Ну давай, например, сделаю вот так и плюс паучка. Посмотрим, сработает ли вот такая тактика. Ну, допустим. Да, вампирчик неплохо справляется. Он уже начинает бить базу. Ну и тут еще мой маг подошел. В общем, здесь у нас все довольно неплохо получилось. Так, две новые карты. Ну что, я возьму вампира. Вот сюда поставлю. Друзья, не знаю, как тут оборотень сейчас себя поведет. Куда он будет прыгать? Ага, он прыгнул там, где паучок. И он его уничтожил при всем при этом. Но я тебе скажу, что все равно, ребят, здесь победа опять же за нами. Он решил меня своими бумерангами, да, наказать. Но, видишь, ничего у него не вышло, не получилось у него. Не вышло, его тактика здесь не сработала. Ну что ж, попробуем тогда выиграть еще один поединок. И, в принципе, тогда уже будет... Так, мага здесь раскромсали. Смотри-ка, что получается. Но, в принципе, ребят, все равно победа здесь за нами. Три подряд... Все. Идеально. Прикольно. Так, забираем награду. Сундук. Смотрим, что из него выпадает. Скелетики плюс ассасин. Скелетики плюс ассасин. Здесь тоже забираем награду в виде 800 монет. Я все думал, откуда вот эта музыка мне знакома. А ребята, помните Assassin's Creed Восстание? Мы играли на андроиде. По-моему, там точно-точно такая же музыка играла. Ну что, я тогда по горячим следам пойду на следующий поединок. Надо, кстати, посмотреть, сколько нам не хватает до перехода в следующий дивизион. Усиление на клетках суммируется. Проигравший в раунде получает одну дополнительную карту. А, проигравший в раунде получает одну дополнительную карту. Вот оно что. А то я думаю, что-то мне дают одну, а ему две. Ух-ху-ху-ху. У него тоже, друзья, вампир. У него здесь тоже вампир. Ну, допустим, я сделаю вот так. Посмотрим. Черт подери, у него вампир на другой совсем стороне, ребят. Так, ну это все равно как бы быстрее, да, успели пройти. Допустим. Знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится, что он в паутину поставил башню. Ой, как мне это не нравится. И попробуем вампира с помощью паучка наказать. Так, мой вампир, как ты видишь, уже практически пролетел. Но тут победа все равно за нами. Ничего ему не удалось здесь сделать. А если я вот так вот поставлю, например, и вот так. Паучки же не замедляют противников, да? Ну! Давай, мага, отлично. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, здесь, конечно, ребят, не очень хорошо получилось. Только лишь из-за магов, да? Все получилось очень плохо. Хорошо, мы тогда перестрахуемся.
Вот таким вариантом. Ну, я, правда, не уверен, что маг здесь нас выручит. Все из-за, ребята, вот этих вот башен, которые он ставит. Но здесь вроде бы... Да, здесь победа будет за нами, ребят. Тут мы его наказали. И, соответственно, награда. Да, победа идеальная. У него не получилось, как говорится, нас пробить. Так, дай-ка я посмотрю. Может быть, у нас какие-то тут награды есть. Странно, ничего нету. Карты можно какие-нибудь купить? Mm-mm. Я даже сундук не могу никакой взять. К сожалению, пока. Так, ну что, скоро мы получим еще одну награду. Даже, возможно, через этот поединок. Посмотрим, что противник нам предложит. Какие враги будут против нас. Я смотрю, не все любят здесь, ребята, брать вот этого вот мечника эпического, который прикрывает типа путь. Вообще его что-то не берут здесь. Да ё-моё. Твою налево, ну вот. Ну чё, как тут вот сделаешь? Давай так и вот так, по стандарту, ребят. Ну, в принципе, норм. Первая победа за нами здесь. Так, надо будет учесть, что у него с той стороны много противников идет. А если мы вот так вот поставим, например, здесь вампира, а здесь я поставлю паучка. По идее, паучок же должен же... Он должен, но он не успевает. Так, ну что, мы уже наносим ему урон. Подбили. Пока там его маги шоркались. Короче, мы с тобой все сделали как надо. Попробую поставить сюда. И, наверное, мага. Мага куда? Сюда, наверное. Но он, видишь, он сейчас будет бомбить валуны. Вот он как сделал. Он... Да что за фризы-то, ё-моё, блин. Нет, у меня, ребят, нормально на планшете. А на записи я смотрю тут. Жесть какая-то происходит. Все, победа. Сколько перепуга фризы, блин. Как я буду Юрский парк играть потом? Я не представляю, ребят, с такими зависаниями. Так, ну что, забираем награду. Это у нас охотник. 10 карточек мы получили на охотника. Так, слушай, ну вот у нас следующее начинается. 1300. В данный момент у нас 1250. 1279 мы набираем. Мы получаем вот эти вот 3 карты. Хочется посмотреть, конечно же. Конечно, хочется. Так, ну что, будет, стоит ли прокачивать охотника? Улучшить. Сколько он там? 400. Ладно, прокачиваем. Прокачал. Плюс у нас... Вот здесь еще награды. Так, сыграйте матч в ПВЕ режиме. Ну что ж, давай сыграем. Так, отправьте на встречу в приключениям. Давай. Какую тут колоду-то взять? Как по мне, по-моему, оптимально будет самая нижняя. Вот эту вот выберу. Так, ваш воин дальнего боя получает увеличение урона 30%. Все ваши воины получают ускорение 30%. Давай, наверное, на урон поставим. Огр-малыш. Сделаем так. Скелетиков. Давай сюда. Чего? Так, орк. И вот сюда скелетиков. Посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Но мы все равно первыми придем. Ну, не первым, мы наносим ему большее количество урона. И огр-малыш отхватывает.
Попробуем сделать так. По идее, мы должны сейчас ассасина, ну, в паутину его заплести. Успеем только? Успеем. И еще даже и расписали его. То есть, как ты понимаешь, и здесь тоже победа за нами уже. Как меня бесит эти фризы, а. А потому что, ребята, соединение идет не через кабель, а здесь идет через определенную программу. Понимаешь, это как, ну, грубо говоря, все равно, что через Bluetooth или Wi-Fi. Но она такая нестабильная. Он одних бумерангов тут набрал. Я не понимаю, зачем он это сделал. Это считай, глупо было. Большущая егоная ошибка. А слушай, а голем-то, кстати, прикольный чувак. Он довольно мощный. Он даже сильнее, чем огр. Все. Победа, как ты видишь. Так, давай-ка продолжать. Возьмем, наверное, лешего. Поменяется местами. Так, вначале ваши... Нет, я не хочу. При смерти ваши... Угу. Взрываются. Давай вот это вот возьмем. Хочу взять взрыв. Пускай будет взрыв. Поставим сюда. Плюс сзади будет идти леший. Сюда я поставлю паучка. И вот сюда я поставлю, наверное, скелетиков. Поехали. Ой-ой-ой. Ну, кто же знал, что так вот все будет? Так, ну мы все равно сейчас, ребята, быстрее будем наносить урон. А голем-то, а? Ты посмотри. Чувачок, ну-ка, я вот сюда поставлю вампира, чтобы как раз встретить нам голема. Хочу вот такой вот тактикой воспользоваться. Ох, ё-моё. Так, посмотрим, вампир справится с големом? Оу! Не, ну он справляется, конечно, ребят. Но что тут? Крепыш. Крепыш, ребята, проигрывает нам. Давай, наверное, так поставим. И вот так. Блин, нифига он там минотавров нахапал. Так, ребят, мы все-таки здесь прорвались. Опять фризы. Ну, ё-моё. Мы выиграем. Да. Идеально. Как меня вот это раздражает, а? В общем, победа. Ну что, поехали дальше попробуем. Давай, наверное, возьму заросли. Все ваши воины дальнего боя получают... Нет, это я не хочу. Взрывная благодарность. Зеркальный обмен. В начале вашего боя воины уничтожают воинов противника, расположенных зеркально, уничтожаются сами. Нет. Лучше я, наверное, возьму дальнего боя. С 30 до 40% повышается. Локи хитрец. Слушай, тебе не кажется, что у него там карты какие-то топовые, блин? Мне что-то показалось, что у него там такие карты, которых у меня еще и не было. Ну, посмотри. Зашибись. Да, ребят, тут я, конечно, проиграл. Так нифига ему там подсунули, ты видел же? Попробуем тогда немножко по-другому. Заросли. Сюда подкнем. И шубрать не сразу телепортируется. Вот в этом беда вся. Но здесь похоже, что мы выиграли. Да, здесь мы выиграли. То есть заросли делают свое дело, да, скажем так. А что это он такое там поставил? Смотри. Что это за площадка такая? Нет, слишком долго мы раскочегаривались. Поражение. Так, новая карта 1 плюс 1.
Ну хорош фризить-то, ёб просоты, блин, бесит аж. Ну он тут наставил себе, блин. Конечно, по полной программе. Слушай, ну здесь у нас... Да, здесь преимущество за нами. Так, последняя карта. Сюда я поставлю. Не знаю, смогу ли я этого оборотня поймать. Да, терновый куст нормально, ребята, их бомбит. А вот то, что защиту здесь поставили, вон внизу, видишь, оборотни идут. Ха! Прижучили, чувачка мы. Вот тебе и весь Локи, хитрец. Сосунец, а не хитрец. Так, устанавливать сердце и продолжать сражение. Нет, не надо ничего устанавливать. Ну, тут я возьму охотника. Колесо удачи. Все воины, присутствующие на поле боя, в начале раунда при смерти призывают другого случайного воина. О! Прикинь, кто, чё там? Они, по-моему, ребята, жестить начинают уже. Они начинают жестить. Там какие-то монстры, которых я и видать-то не видывал. Посмотрим. Но тут мы успели, да. Сокрушили, так сказать, нашего противника. Минотавр, я, наверное, так сделаю. Попробуем. Вон она, это. Фига у нее там здоровье. Я не знаю, кто это, медуза или кто. Ребят, я уже урон начинаю получать. Ух. У меня одно сердечко же было, да? Да. Ну, давай посмотрим. Ну-ка, открываем сразу. 278 монет. Так, рыцарь, ассасин и эпический рыцарь. Угу. Подожди, а я ежедневку не выполнил, что ли, получается? Сыграйте матч в ПВЕ. Ну, а, нужно еще, что ли, один сыграть? Не, давай лучше просто в бой пойдем. Как меня бесит вот этот фриз. Лучше, блин, не придумаешь. Wi-Fi соединение, ребята, сколько оно там у нас идет? 150-100 мегабит в секунду. С какого перепуга вот это вот прерывание идет? Как меня бесит, что у него этот оборотень, блин, опять начинается, а? Раздражает, серьезно тебе говорю. На. Так, интересно, вампир справится с этим? С корягой? Да, справляется. Тут вообще мы его что-то быстро расплющили. Давай сделаю так и вот так. Посмотрим. Лишь бы он перед моим этим не прыгнул. Да, он даже без этого. Кто тут кого быстрее? Мы, да, ребят. Отлично. Так, ну что, тогда мы ставим сюда мага и сюда паучка. Должно сработать, ребят. Два мага сейчас начнут клепать. Ну, в принципе, и все. Он не успеет. Даже пока он там дойдет своими магами, мы его распишем. В принципе, что и получилось. Еее, ребята, новая арена. Так, новый сундук. Забрать награду. 200 монет нам выдают. Фига у нас сундуков по краям стоит.
Блин, ну ты понимаешь, мы-то с тобой в арену новую перешли, а нового этого-то не получаем, ни одного персонажа из новых. Щит. Уж я не знаю, ребята. Уж я не знаю, что сейчас будет, кто там, что там сделает. Будем смотреть. Поехали. Это какие-то пираты, копатели. Но, судя по тому, как мы начали, мы первыми уничтожим их. Отлично. То есть пока норм, да, получается? Давай вот так вот я перекрою, так сказать, этим пиратам. Но он мага взял. А он там что, в паутине что ли у него находится? Ну и дурачок. Ауч! А почему? А чё мы так медленно-то? Не понял. Так, ладно. Ну-ка давай. Вампира ты поставил, да, гаденыш? Ты видел? Эта штука бросает бомбы. Да. Эта штука бросает, ребята, бомбы. Ну и как тут быть? Бомба с двух ударов уничтожает паучка. Ну, чтоб ты знал. Мага уничтожает тоже с двух ударов. Да, мои лесные чудики здесь уже не котируются, потому что они еле-еле ходят. Понимаешь, в чем дело? Ну, я тебе могу сказать только одно. Несправедливость, да и только. Вот, значит, мне не дали никаких новых карт, ничего не дали. Играй старым барахлом против новых карт. Зашибись, они устроились. Ладно, ребята, я думаю, что в следующий раз, когда зайдем в игру, на ежедневках, надеюсь, что-нибудь дополучим. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.